Дамы и господа, рядом со мной участник главного боя турнира Мирай Файт Супер Серия 5 Лев Попов. Лев, ты дебютируешь на нашем промоушене и сразу же попал на главную спортивную арену Нижнего Новгорода, 45-тысячный стадион. Первый вопрос тебе футбольный. Знаешь ли ты, какие команды сейчас играют у нас за спиной? Я особо за футболом не слежу. Точно не могу вам сказать. Лучше не поставить меня футбольные фанаты, потом поймают. То есть о том, что там пари НН и Химки сражаются, ты слышишь впервые? Да, я не слышу за футболом. Тогда к тайскому боксу. Ты имеешь много регалий в любительском спорте, но в профессионалах у тебя всего один бой. Ты сразу же получил соперника одного из сильнейших бойцов Мирай Файт, Давида Григоряна, который и опытнее тебя, и старше, но намного легче. Как тебе кажется, чьи козыри сильнее? Мне кажется, я выиграю этот бой, потому что за моими плечами очень большая спортивная карьера в любителях. Мне кажется, где-то 100 плюс 100 боев в боксинге по тайски я провел. Опыт больше на моей стороне, чем на него. Да, у него больше поединков по профессионалам, но в любителях я больше себя проявляю. Ты еще очень молод, и сегодня ты уже был на взвешивании в торговом центре «Небо». Сейчас мероприятие на стадионе Нижний Новгород, завтра тоже стадионный турнир. С точки зрения психологии, сейчас все это давление ощущается? Да нет, я спокоен, как всегда. Небольшой мандраж присутствует, но это обычно говорят. Все наши последние летние турниры изобиловали огромным количеством нокаутов. С моей точки зрения, завтра главный бой дойдет до судейского решения? Поживем, увидим. Но на что ставишь ты? Я думаю, что бой не дойдет до конца. Дамы и господа, Лев Попов, участник главного боя турнира Emerald Fight Super Serie 5.